Приветствую, друзья! В эфире Афиша и я, Анна Троян. Друзья, впереди всего один месяц лета, поэтому не расстраиваемся, настраиваемся на позитив и слушаем мои рекомендации на эти выходные. Мечтаете сделать добрый поступок? Значит, пришло время реализовать задуманное. Благотворительная акция «Добрый шкаф» вновь распахнет свои двери. Причем одновременно на двух площадках. На этот раз сбор вещей посвящен новому учебному году. Всем нуждающимся приносите канцелярию, школьные принадлежности, форму и даже портфели. А еще они не откажутся от игрушек и книг. Помогать всегда приятно. Приходите. После добрых дел предлагаю перейти к полезным, причем таким, чтобы тело сказало вам спасибо. Для этого приходите в Люберецкие парки на занятия под открытым небом. Под руководством профессионалов там идут занятия по йоге. По выходным бесплатные забеги и турниры по волейболу. А любителям интеллектуального спорта тоже повезло. На Анташинских прудах можно поиграть в шахматы и сходить на литературный вечер. Двойняшек и близнецов надвигается на Люберцы. 5 августа состоится уже второй по счету праздник «Счастье вдвойне». Организаторы сообщества «Мама офлайн». Всех гостей ждет яркий и незабываемый досуг. Да что уж там, это событие запомнится вам надолго. И даже если вы самый обычный родитель, отложите все дела и приходите. На этом все, мои друзья. Ловите каждый лучик солнца и проводите лето на свежем воздухе. Я, Анна Троян, на этом с вами прощаюсь. Пока-пока.